Ни одна цивилизованная страна не признает результаты этих референдумов. Это понятно. Так же, как это не сделает Украина. Мне кажется, это конвульсии последние предсмертные. Для нас, для Украины, в принципе, ничего не меняется. Мы как уничтожали русских, так и продолжаем уничтожать. Ну, весь цивилизованный мир против этого, и я не думаю, что кто-то еще это поддержит. Ну, кроме Путина. А чего уже бояться после 24 февраля? Уже нечего бояться. Я считаю, это незаконно и абсурдно. Это не будет иметь каких-то юридических последствий. То есть это чисто популистская акция. Люди этого не примут, люди этого не хотят. Это все, так сказать, фикция. Весь мир не признает. Абсолютно никак это нам не угрожает. Вообще, знаете, это все детские игры.